does that keep me Bugün sizə Sumqayıtlı Yaroslavdan danışırıq. Yaroslav Semyonovdan. O Sumqayıtda doğulub böyüyüb. Burada ailə həyatı qurub və övladları da bu şəhərdə dünyaya göz açıb. Hadi zirvələrlə qoşa Sumqayıt. Bu dünya durduqca yaşa Sumqayıt. Yaroslav milliyyətcə rusdur, amma necə deyərlər, tərtəmiz Azərbaycanlıdır. Sumqayıt. Yaşa, yaşa, yaşa Сумгаит. Я очень люблю свою родину. Везде представляюсь, что я азербайджанский, это гражданин Азербайджана. Азербайджан, ты святочь мой, жемчужина Востока. 1980-ci illərin əvvəllərində yollar Yaroslav Semyonovu Rusiyaya aparıb. Və hazırda da burada yaşayır. Azərbaycan, biz vətəşmə. Həm yerlimizin işi gücü demək olar ki, Azərbaycanın təbliğidir. Моя задача, чтобы в России узнали о азербайджанской культуре. Сверкай под солнцем и луной, из каждого истока. Азербайджан, biz vətəşmə. Doğulub böyüdüyü Azərbaycanı tanıtmaq indi onun əsas missiyası və məşğuliyyətidir. Я приготовил зелень заранее, чтобы у вас много времени не отнимать. Вот зелень мелень сделал. В России не очень много зелени, поэтому в основном тут лук, петрушка, укроп. И я даже щавель добавил. Тесто сделал обыкновенное тесто. Вот сейчас мы его раскатаем. Но когда хочется о родине поговорить, я всегда делаю еду азербайджанскую. Вспоминаю Азербайджан и заодно с вами общаюсь. Мне или ярлыки, вот это вот должны остаться отпечатки пальцев. Я помню, что в Сумгаите, когда ел я, вот такие остались. А некоторые вот так обрезают, чтобы красиво было. У меня, смотрите, как красиво получился кутап. Это да. Я вырос на этой кухне. Мне это вот это долмо, когда я услышал. Звон такой, что армяне сказали, что это долма армянская. Я сразу сделал клип, сказал всем, что это долма азербайджанская улица. Приготовил, показал и выставил видео. И кутабы. О, получились настоящие кутабы. Я в Сумгаите когда-то играл на бас-гитаре. Я научился играть и стал песни писать. И я этим, может, себя успокаивал. Я находился в этой ауре азербайджанской. Тебя рушили, жгли, крошили, но ты не сдавался врагам. Я верю на огненный пыли. Ты вновь возродишься огнем. Азербайджан махнулары Ярослав Семёновын дилинин әзбәрәди. Бу махнулар оны Азербайджан хавасына көклүйр. Әз дәли күләк бу гүні апа. Но иногда приходится и на азербайджанском, потому что я познакомился с некоторыми поэтами Азербайджана. Yine bu seher, güneş nur yere.
Әзен ағыл Башла дүния Оян егер әш оян Ал әрлән боян Ел сәбу Дәрі дұлчар Бір сүлмә кеце Дәніз қачар Гәлей сәр Гәлей сәр Yaroslav Semyonov çox istəyirmiş ki, azərbaycanlılar onun fəaliyyətindən xəbərdar olsun. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin internet televiziyası olan Diaspor TV və televiziyanın Vətən Uzaqda Deyil proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla müəyyən mənada körpü rolunu oynayır. Bu körpü üzərindən addımlayaraq həm yerlimizlə əlaqə saxladıq. Я счастлив, что Родина услышала своего сына. Представляете? O, bu axtarışdan məmnunluğunu belə ifadə edir. Slava Azərbaycanu narodu. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!